Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Данхель. С вами Артур. Сегодня мы прогуляемся по Приморскому пляжу. Он находится чуть ниже Приморского парка, по которому мы сейчас идем. Вот. И хотелось бы сказать вам спасибо за то, что подписывались на нас, смотрели наши видео. И вот, как и обещали, 500 человек у нас в подписчиках, и мы проводим розыгрыш. Сейчас будет информация о розыгрыше. Что касается розыгрыша, то у нас три места призовые. Третье место — это магнит ручной работы, который мы купили на книжном Чеховском фестивале. Видео о Петровской вы можете посмотреть, там, где мы его покупали. Так, второе место у нас идет пенные напитки в нашей таганрогской пивоварне крафтовой. Или 700 рублей на карту, потому что, ну, мало ли, кто-то не пьет пенные напитки. И первое место у нас будет... Хотели вообще выбрать Гринвич парк или станцию морскую, билеты. Ну, билет на нее. Но подумали, что мало ли кто-то не с Таганрога. И будет 1500 рублей на карту. Сами решите, куда вам идти, какое место лучше. А может, потратить на что-то другое. Все итоги будут проведены онлайн конкурсом. То есть требования какие? Подписка, лайк и комментарий под видео. В комментариях, к вашим комментариям, мы будем циферки писать каждому конкретному комментарию. Розыгрыш будет проходить на сайтах-рандомайзерах, то есть рандомное выпадение чисел. И шансы у вас большие на победу, потому что всего 500 человек подписчиков. И из них, наверное, 100-200 зарубежных подписчиков. Ну, я вижу, кто подписывается, да? Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и пишите комментарии. Все, погнали встретить пляж. Ну так, друзья, вот мы около пляжа. Возле выхода есть кафе быстрого питания. Также есть платный туалет. Это будочка, скорее всего, охраны. Это вот вид немножко на парк. О парке мы снимем тоже видео. Есть пандус для людей с ограниченными возможностями. И вот оно, видно море. Ночью был ливень, волны на пляже достаточно большие, песок, я думаю, будет мокрый, и на нем будет некомфортно загорать, поэтому будет мало людей, вот мне так кажется. Сейчас 10 утра, немножко просохло, но земля и песок еще сырые. Также прилив на пляже, очень большой, почти до самого берега. Берега почти нет. Зонтики все в воде. Но мы все равно обязательно зайдем в воду, попробуем, сколько там градусов водичка. Так. Ну и в эту сторону тоже. Там уже территория такая более дикая. И там мало обустроенного. Пройдемте, будут коротенькое видео у нас. Пройдемте, посмотрим, что тут да как. Сначала пройдем по верхней, как можно сказать, набережной. Здесь и люди убирают с утра. Вид на море. Красота. Ну, прилив, конечно, здоровенный вообще. Вот поэтому от пляжа и от песочка мало чего остается, что волны все вымывают. Зонтики почти все в воде. Волнорезы практически не видно.
Хотя волнорезами их сложно назвать, потому что это остатки от нормальных волнорезов. Сегодня еще, может быть, дождик пойдет. Но это не точно. Видите, да, пляж? Песочек, и вот тут камушки. Хорошие навесики, беседочки, лавочки. Ну, висит желтый плах, значит, купаться можно. Здесь есть кафе-бар. Спасательный пункт. Пожалуйста. Ну, вот здесь берег побольше, конечно. Здесь можно зайти и загорать. Вот здесь вот видно нормальный душ. Ну, более-менее нормальный. Интересные раздевалочки. Удобно сделано, что не в песке стоят, а на пандусах. Вот здесь находится второй вход или выход на пляж по лесенке. Также вот труба идет. Это стоки ливневые. Просто вода, которая дождь идет, после нее стекает все по трубе. Она идет глубоко и далеко в море, поэтому не переживайте. Во многих городах, курортах Крыма и Черноморского побережья такое практикуется постоянно везде. Ну, видно, да? Линия берега очень маленькая стала после прилива. Вода из-за волн очень мутная. Она и так здесь не очень чистая. А из-за волн вообще. Ну что, пойдем прогуляемся по песочку, посмотрим, что здесь. На этом пляже сам заход в воду очень долгий. То есть, если на Елисеевском пляже или на пляже Тополек вход в воду, ну, быстрее глубина набирается, то здесь нет. Вообще, я удивлен, что здесь много людей, потому что после дождя, думал, вообще никого не будет. Вода грязная, водоросли поприбивала к берегу. Вот здесь заход прям отличный. Вот здесь береговая линия становится уже. Проходить проблематично. Дует такой неслабый ветер. Надеюсь, меня слышно там.
Сейчас, возможно, пройдем еще на ту сторону, посмотрим, как там. Но там не обустроенный пляж. Абсолютно. А, чуть не промок. Надо было разуваться. Уже промок. Ну вот водичка. Вот урны даже на пляже стоят. Подняли. Подняли урны повыше. Чтобы их не унесло в море. Так, ну а здесь проход. О, смотри, как волны такие бушуют. Так, ну а здесь проход остается только по бетонной части. Здесь еще песочек есть, а вот дальше уже будет мало песка, потому что это уже не является как бы территорией пляжа. Видите, навесы все вбиты. Песка нет, тут галька. Ну, все потому, что это уже не пляж. Здесь спуск для лодочек. Для всяких там водных мотоциклов, ну и другой техники. Здесь раньше была лодочная станция, сейчас я вот не знаю, осталась она или нет. Смотри, территория какая-то пустая, но там вроде как гаражи какие-то стоят. Ну, пойдемте посмотрим еще чуть дальше. Здесь отличное место для пикничков, под деревьями, есть тенек. Так, ну сюда забираться придется по бетонной этой штучке. Опа, залезли. Ну да, видимо, лодочной станции уже нет. Я смотрю, забор какой-то непрезентабельный совсем. Также видно волны на море, волнорезы. Видите, снесло как. Ну, вообще у нас залив, он не особо волнуется. Больших таких волн нету, обычно их выносит зимой. Когда идет лед. Ну, пойдемте немножко еще прогуляемся вперед. Здесь уже камыши, могут даже быть гадючки, ну или ужики точнее, гадючки вряд ли будут здесь, а ужиков много. Также видно, вот построен новый дом, я думаю, они сделают себе отдельный пляж, ну мне так кажется, было бы логично, да, что пляж поставили. Вот еще одна ливневочка. Вот тот самый дом. Есть ворота. Видно, что-то будет делаться. Вот бетонный, смотрю. Будет, наверное, бетонную стяжку делать. Дальше мы уже не пойдем. Сейчас померим температуру водички. Какая она тут хорошая, нет? Посмотрим. И после дождя, и утром, когда был ливень, было очень прохладно. Ночью было 16 градусов.
Сейчас уже 26 или 27. Посмотрим температуру. Ребята, мы засели водичку. Сейчас померяю давать температуру. А, блин, я шорты закатал, все шорты уже мокрые. Давайте посмотрим. Так, ребят, ну вот мы смотрим температурку. Ай, блин, опять меня облило сильно. Температурка 24,5, 24,4. Ну, как у меня он чуть отстает, то должна быть температура в районе 25-26 градусов. Да, давайте прощаться. Посмотрели температуру воды, прошлись по пляжу. Всем удачи, всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока.